Ik vind het fantastisch om met een taal bezig te zijn die nog genoeg in zich heeft om te redden, maar die toch eigenlijk met uitsterven bedreigd is. En ik vind dat fantastisch omdat ik merk aan de mensen die de taal nog spreken, maar ook aan de Yukagiren bijvoorbeeld, die het niet meer spreken, maar zich wel erg Yukagir voelen, dat je hun kan helpen om de taal te revitaliseren, dus te doen herleven en de mensen te helpen om hun volksverhalen op te schrijven, hun liederen op te nemen en dat allemaal aan ze terug te kunnen geven. Want dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik neem het niet mee naar huis. Ja, ik neem het wel mee naar huis. Maar ik verwerk het thuis en dan in boekjes en in cd's krijgen de mensen daar alles weer terug. Nou, dat is geweldig. Dan heb ik echt het gevoel dat ik iets heb gedaan om tenminste één van de 6000 talen te redden. Oh. Nan gaat je lieve je. Oh, nan tjale bije. Я обычно не спеша работаю. Правильно. А сейчас вот как бы... Сейчас тоже не спешить. Да. Вот у нас вот один получился. Ой, здорово. Вот один получился. Красота какая. Вот так. Сейчас клею вот эти. Вот один раз меня встретил на улице мэр поселка, ну тогда по-советски назывался он председатель сельского совета, и спрашивает, ты какой национальности? Я тогда в третьем классе учился. Я так сказал, я в аду, то есть я юкагир. Он взял вот эту костяшками, начал меня по голове бить, вот, и говорит, дурак, такого народа нет. Ну как это так? На родном языке говорю, вот, с мамой все время разговариваю, с другими людьми, которые юкагирами назывались, тоже разговариваю. А тут он говорит, такого народа нет. Вот. Я стал, можно сказать, из-за протеста, ну, националистом юкагирским, вот так. Thank you.
О, смотри, вот здесь хорошие есть. Вот смотри, вот такие мне нравятся, эти белые. Сейчас узнаем. Таня, вот такие мне нравятся. Есть у нас конские, да, есть оленьи. Конские, а, черные и вот оленьи. А вот оленьи белые. Вам мерить, да, надо? Да, это, наверное, мой размер. Я еду в лингвистическую экспедицию, ага, в тундру. Тундру. Да, там еще очень холодно. Очень холодно. А в таких там мне будет холодно. Конечно, это же тонкие. Да. А это оленя. Ветер не надувает. Хорошо. Таня, как ты думаешь? Очень красиво. Нормально? Мне кажется, надо, да, купить. Это мой размер. Очень хорошо. А сколько, они, сколько стоит? 18 тысяч у нас бывает. Ага. Ну, очень такие хорошие, долго можно носить, да? Это очень долго. Да. Лет 10 можно одевать. Лет 10? Лет 10. Ой, так долго не буду. Лет 10 одеваем. Mijn gezondheid is slecht. Ik heb uitgezaaide kanker in mijn longen. Hoe lang ik daarmee nog leef, dat weet ik niet. En pas anderhalf jaar geleden is dat geconstateerd. Ik had eigenlijk toen het idee van ik kom nooit meer op de tundra. Die medicijnen die begonnen na verloop van tijd te werken. En toen durfde ik het eigenlijk wel aan om weer naar de tundra te gaan. Ik dacht, ja, nu of nooit.
это очень хорошо было. Все весело так друг друга жили, все, вот, например, мы раньше совсем в другом поселке жили, не Андрушкина, а Туста Ксения. Там мы только развивали по-своему, по-югогирски. И стар, и мал, все, полностью. Потом, как у нас в 56-м году всех переселили Андрушкина, с тех пор мы уже начали забывать свой язык. Там нам не давали, в Андрушкино, когда мы приехали учиться, не давали по-своему разговаривать. Запретили вообще. Вот, даже разговаривать запретили, а песни петь вообще. Потом научились, по-якутски научились, по-русски научились потихонечку. И стали свой язык. Дети забывать вообще начали. Это в моей возрасте только сейчас мы разговариваем по-своему. Ага. Так что много лет вы по-югогирски вообще не говорили, да? Ага. Ну, потом опять восстановили. Ну, Анна Гавриловна начала. Восстановила она и начала теперь эти самые учить детей. Да, только с 90-го года, да, преподается югогирский язык. Да, так что почти 40 лет. Да, вот. Вот когда я ездила в Америку, когда я пела, петь кончила, меня перебегают там люди и спрашивают, почему у вас вот такой бахрома, как у нас у индейцев, говорят. Да? Мы же индейцы, у нас только вот такой бахрома есть, почему у вас есть? Я говорю, не, я не знаю, говорю, у нас тоже такая бахрома есть. Наверное, вы, говорит, или наши к вам пошли, или ваши к нам пришли, говорят. Или вы один народ. Или мы один народ с индейцами. Они так говорят. Ага. Het onderzoek naar Toendra Yukagir bestaat uit een aantal onderdelen. Ik heb een promovendus, die schrijft de grammatica van het Yukagir. En mijn taak is het optekenen van volksverhalen. Het documenteren van het Yukagir volk. Wat zijn dat voor mensen? Hoe leven ze? Waar leven ze van? Verder is een van de taken ook om de leraressen te steunen bij het ontwikkelen van lesmateriaal. En ook om ze te stimuleren dat de taal onderwezen blijft. Gelukkig is het zo dat die mensen zich ook door dit project gesteund weten. Een beetje met het idee van, god, als er iemand helemaal uit Amsterdam hier naartoe komt om dat te doen, dan is daar kennelijk toch wel iets bijzonders met ons. Mijn directe omgeving van, zeg maar, directe familie en beste vrienden, die, nou, een paar vinden het een beetje eng hoor. Maar de meesten die vinden dat toch eigenlijk wel heel goed dat ik gewoon doorga. En voor mij is het eigenlijk niet meer dan ik zou bijna zeggen gewoon. Want dat werk wat ik doe, dit met veldwerk en het beschrijven van taal en cultuur en het daarmee bezig zijn en met de mensen werken, dat is voor mij een soort van passie. Ik voel het niet eens als werk. Ik wil dit gewoon doen. En daarmee stoppen, ja, dat was voor mij eigenlijk helemaal geen optie. Ik heb wel de eerste paar maanden dat ik ziek was bijna niks gedaan, want ik had ontzettende concentratiemoeilijkheden. Als ik iets zat te lezen, was ik na een half uur weer vergeten wat ik gelezen had, kon ik weer opnieuw beginnen. Dat was natuurlijk heel akelig. Want dat kan bij dit werk kan het natuurlijk niet. Je moet wel je kop erbij hebben. Вот она морда-то. Вот морда она мерзлая. Вот морда. Вот уши. Уши вот они. Вот когда выделаем, мы ее сделаем так, чтобы она получила форму. Вот она пока же мерзлая. Василий Николаевич,
Я сегодня хочу у вас записать несколько предложений на югогейском языке. Может быть, там ошибки есть? Если они есть, вы, пожалуйста, их исправите. Ну, хорошо. Хорошо? Ручка есть. Я одеваю вам микрофон. Хорошо. Вы уже привыкли к такому микрофону? Да. Тет алга мелоу мелоу ну. Вот этот вопрос неправильный. Неправильный, да? А, тогда, mm-hmm. пожалуйста, исправьте. И читайте, как правильно, пожалуйста. Mm-hmm. Исправлено интонации вопроса, да? Алга мелоу ну. Тет алга мелоу мак. Мелоу ну. Здесь-то просто алга, а здесь без алга. Мелоу ну. Фактически я в тундре родился и там вырос. Потом, когда в школе учился, все лето тоже в тундре. Потом, после 9 классов, я почему-то решил, что надо помогать родителям. Я-то всегда видел, что им трудно. А то, что вот надо учиться, я думаю, лучше я им буду помогать. И вот пошел опять тундру работать огневодом. Это тундра, значит тундра, да? Это за оленями кочевать надо. Яранги это называется. На жердях, которые вот кочуют с одного места, ставят, потом кочуют на другое место, и там ставят. И так 3-4 дня, когда кончается ягель, для оленей опять кочуешь, так и ездишь всю жизнь, зимой и летом. И вот олени, за оленями можно идти любую погоду. Хоть зимой там пурга будет, хоть летом дождь будет, все равно должен идти, а это очень трудно. Свободно времени нету, своего желания нету, ты ходишь за оленем стадом. Чего олени стадо ходят? Хочет, то и ты должен делать. Ты так, пошли. Видел бы? Вот, варди. Это каталка. Не бегу брать. Каталка-то надо и в это. Душе тянет, конечно, но я знаю, что я там сейчас уже не смогу прожить, потому что это очень трудно. Хоть и тянет, но не пойду. Thank you.
делаем? Что они делают? За победу повалом выиграл Петя Ирвазов. Вам помочь? Да, мала. Ну как у вас здоровье? Ну, стало немножко лучше. Ну, слава Господу. Лекарства хорошо помогают. Ну, слава Господу. Так что пока, пока ситуация стабильная, можно сказать. Ну, слава Богу. Да. Слава Богу. Да. Лучше не может быть уже, но самое главное, чтобы не хуже. Слава Господу. И я принимаю очень много лекарств. Я знаю. Но мы сейчас нашли баланс. И с тех пор я намного лучше себя чувствую. И поэтому могла сюда приехать. Врачи позволили мне. Ну, слава Господу. Да, да. Так что я, конечно, безумно счастлива. Да. Ой. Ну вот. Chamadano kala se chamadano kambuje khamma nya che ali vai tung vit lu kon bure be mawai luan wadon le wen bure be chamadano kala se phai phan nó thế này anh nhớ đi tê yêu lu gầy yo chung đã đâm một chân trên chờ mà riêng thương mệt lo con bờ rê bê mê quê lo anh mê quê lo anh qua đôn lê quê bờ rê bê chăm mê no kala se chame da no kabuche me wei loan me wei loan wadon le wen murebe chame da no kala se chame da no kabuche me wei Wadon le wen berebe, chame deno kalasi, chame deno kabuji. Ah, все. Марамуч. 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 Эта книга, это Николай Николаевич. Раньше, когда мама его еще жила, он записывал то, что она рассказывала о жизни в тундре. Он это все записывал на югагирском языке, потом печатал и прислал мне с русским переводом. Очень много я. Так, его картинки есть. Это он сам художник, конечно. Да, и здесь начинается. На левой странице всегда югагирский текст, а на правой там русский и английский. И теперь все могут читать. А все можем читать. Да, вот такая книга. Это мы с Николаем вам подарили. Спасибо. Вот будете читать. Дети будут читать, и дети будут читать. Угу. Это же наша это история. Да, это точно. Это наша да. история. Да. Это будут читать. Угу. И этот, больше ничего не надо. Это наша история. Потому вот, что, а здесь его фотография. О, Николай Брасов. Мать. Когда она умерла, такая она умерла. А я и работала. Вы, конечно, ее хорошо знали, да? Хорошо знала. Угу. Thank you.
stik nu al. Zo. Dit zit. Hallo? Hallo? Ja, zit je als een ID-nummer? Мы сейчас собираемся, одеваемся и едем на участок бабушки. Акулина едет, Дора уже там. Потом еще там Мария Николаевна едет. Дочка ваша, она едет. Так, где этот номер? Да. Сейчас я вам дам номер. У вас есть там ручка? 697. Потом 999. Три раза 9. Какая вы красивая! Мира будешь! Все хорошо? Hier woont Anna Kurilova samen met haar zoon Basia. En vandaag zijn bij haar op bezoek ook nog twee dochters van haar en haar achterkleinkind Anaï. Het hele gezelschap wat hier nu aanwezig is, dat zijn allemaal Yukagiren die ook de taal helemaal nog machtig zijn. En dat is tamelijk uniek. Deze familie. Dat zijn de laatste der Yukagiren. Van het shamanisme is bij de Yukagiren eigenlijk niks meer over. Want in de Sovjet-tijd is dat uitgeroeid. Iedere shamaan die ze konden vinden, die werd vermoord. Wat ze nog wel doen, dat is het voeden van het vuur. Met het eten en drinken wat je naar de hand zelf gaat gebruiken. En via dat vuur treed je in contact met voorouders. En zorg je er ook voor dat geen kwade geesten wat er te gebeuren staat kunnen bederven. Я держу ты ложкой туда. Чай вот так. Ага.
Анна Егоровна, вы всю зиму здесь живете? Всю зиму? Всю зиму? Не холодно вам здесь? Не холодно вам здесь? Нет. Нет? Трава есть, хорошо. Ага, очень хорошо. А с кем вы живете? С Васей, да? С Васей. А какой у вас транспорт сюда? Вот собаки только. И сани? Сани. А сколько вы едете там отсюда, в Андрушкино, сколько часов? Два, три. Три часа, да? Три часа. Ага, хорошо. Тихо. А вы здесь чем занимаетесь? Я здесь сижу, вот собаки корм, и воду таскаю, трава таскаю, мне работа всегда есть, да. Всегда находится. Понятно, да. А вы тоже шьете, да? Нет, иногда шью, сейчас совсем лень мне. Лень? А вот Вася у вас чем занимается? Рыбак. Рыбак он. Рыбак? Понятно. А сейчас рыбу ловите зимой? Нет, уже. Там уже только начинаем зимние ловли. Ага. А так уже никак. Одному человеку как-то тяжело стало. Не получилось. Да. Хотела одну сеть поставить, а оказывается, неправильно поставил. Да? А вот он... Лёд толстый, поэтому не умеет. Да? А сколько? Сколько метров лёд? Один метр больше. Один метр? Ага. Один метр лёд замерзал. Да. Поэтому как-то не получилось там. Колтат ещё. Одному человеку как-то тяжело. Тяжело. Я вот как по питалке не получила. Редкий случай, что мы здесь у вас сидим, где четыре поколения говорят на югагирском языке. А те, которые говорят на югагирском языке, они писать даже не умеют. Да. Только говорить тоже не умеют. Только понимают. Вот так вот я. Вырастут, они так по-русскому учили, так по-русскому говорят. Дети югагиры знают своего матери, по югагиру знают по-русскому говорят люди. Да. Забывают они. Забывают, да. Как Алаи сейчас тоже забывает. И она тоже. А отец югагир, а мать Аверка. И как-то не получается, уже по-русскому. Говорит, да, мы да. Только у нее по югагирке говорим, и так она понимает. Понимает, да. Да, так ходит Васик Тегай, Васик Тегай, Маннунген, Матизелья, Нерелья Маннунген, Васик Тегай, Васик Тегай. Вы сейчас одеваете югагирскую одежду, и вы говорите на югагирском языке слово «перитник», «пальто» и так далее. И потом по-русски объясните, что это. Сейчас я одела вот перитник югагирский. А там особые югагирские узоры есть? Можете нам показать? Это югагирские узоры делают, шьют. Ну, кто как хочет, это зависит от фантазии. И вот, опять-таки, вот из тюленевой. Красили шерсть тюленевой, детеныш тюленевой. Тен иди, мангалангангамбан, митмангатен, юка ерка тидатка мангангангатунганна. Это дело, юка ерский,
шапку малахай называется. Она шьет из пыжика, вот олененка, оленева. И вот опять-таки некоторые могут из кожи делать, некоторые бисером могут. А здесь в основном делают андатровы тут. Кто как. Тепло? Да, жарко так. Да, конечно. Met de mensen met wie ik gewerkt heb in het veld, heb ik een enorme band opgebouwd. Omdat je niet alleen maar met die mensen aan tafel zit en dan ze confronteert met lastige zinnetjes die ze voor je moeten corrigeren. Maar ik las altijd na een half uur, drie kwartier een pauze in. Je moet niet te veel vragen. En dan wordt er thee gedronken. En dan ga je natuurlijk over andere dingen praten. En op een gegeven moment komt er een soort van vertrouwensband. Dat ze ook zelfs dingen met jou gaan bespreken die ze moeilijk vinden of zo. Maar als je dan terugkomt, dan kan het eigenlijk bijna niet meer stuk. €200. Что еще хотите? Значит, мы завтра поедем в тундру. Угу. И там будем ночевать. Коля вышел. Угу. Хорошо. А мы так думали, наверное, нам стоит нести водку. Купите сладости. Водку не надо? Не, огонь кормить вам все равно надо. Да. Даже если не пить, хотя бы покормить огонь все равно да. Нужно. Да. Потому что здесь языческое больше. Я знаю, да. Да. Так что давайте две бутылочки. Каких? Вот пшеничные. 700 рублей. Да. Здесь лес не проедем. Круг, может, сделаем, Стяг? Ага. Слышно? Да-да-да. А, да, точно. А-а. Пастух и всех узнают. Упряговых, неупряговых. Все упряговых ловят. У них специально веревки, чауты бывают. Вот этим ловят. Бросают. И именно со стада они, именно вот одного надо поймать. А самим очень трудно человеку. За всеми бегать. Поэтому у всех собаки почти бывают. Они собак боятся. Уже собираются вместе. Это трудно, конечно. И хоть темноту, хоть пургу, хоть жару. Все равно надо идти.
на работу. Все. Het rendier is voor de Yukagir eigenlijk helemaal alles. Een rendier levert huid, vlees. Van het rendier wordt helemaal alles gegeten. De huiden worden gebruikt om slaapzakken van te maken. Om de grond te bedekken als ze zo'n zogenaamde yaranga, een achthoekige tent, opzetten. En 's winters kan het tot min 50 of zelfs daaronder worden. Daar worden ze voor gebruikt. Ze worden gebruikt voor kleding. Ze worden gebruikt voor schoeisel. De melk van rendier wordt gedronken. Dus een rendier is eigenlijk eten en drinken en kleding. Канализацию делают осенью и весной. Это подстёт, в основном подстёт оленей, сколько там осталось стада. Потом вот весенний. А весенняя канализация, вот, например, сейчас уехали. Опять подстёт оленей и разделяют там олени матки. Они уже до июня, они отдельно, они сами пасутся. Никто их не должен беспокоить. Но после отёла, вот уже опять соединяют, июне. И вот прививки делают оленям, ветеринары. Кровь берут, бреселёт, там всякие болезни проверяют. И вот метки делают оленям. Уши прокалывают и эти номера ставят, вставляют. И по этим номерам они устанавливают, уже знают, какой олень болеет или нет. Потом после этого забивают этих, которые больные, ну, больных оленей. Хоть.
Че, давай. Быстро, да? Быстро. Подворот. 6 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
Мне вот хочется сказать вам большое спасибо, что вы интересуетесь, занимаетесь, приезжаете к нам. Это большой труд, конечно, и такое внимание нам очень даже лучше. Сережа, Сережа, сейчас вам мусор. Большое вам за это спасибо. Тихо, Сергей, тихо. Ну, пожалуйста, я с удовольствием. А вы с мамой всегда на Юкагирском разговариваете? На Юкагирском мы с ней не общаемся, потому что когда мы маленькие были, как она мне сейчас объясняет, что тогда нам тогда говорили, чтобы не говорили. Ну, этот... нет, дома мы не общаемся. Но стараемся сейчас определенное время говорить. Давайте, давайте, это очень важно. И чтобы дети тоже слышали. Да, дети слышали. Юкагирскую речь. Что... Да. Выходи, выходи ко мне, я порую тебя на прогулку. Стой на ночью, я тебя украду, я тебя поцелую, я без обожаю. Стой на ночью, я тебя украду, я тебя поцелуями. Стой на ночью, я тебя украду, я тебя поцелую, я без обожаю. Стой на ночью, я тебя украду, я тебя поцелую. Thank you.
Но сейчас в основном наши люди стараются осесть в поселке. Ну, и, конечно, есть оленеводы, рыбаки, но их становится все меньше. Во-первых, в поселках тепло есть, паровое отопление, кино есть. Потом это магазины, конечно, водка есть. Вот. Потом сейчас телевизор. А там в тундре приедешь, там свечка горит, парового отопления нет, иногда и дров не бывает, и зарплата у них у оленеводов маленькая. На пенсии выйдут, тоже маленькая у них пенсия, потому что зарплата у них маленькая, значит маленькую пенсию получают. И так все аукается, и люди уже не хотят в тундру уходить, а работать оленеводом. Но в последнее время молодежь туда ходит, вот, потому что там все-таки человек чувствует себя в своей среде, вот, природа, тундра, не то что в поселке. Вот. Но я боюсь, если им не будут вовремя давать зарплату, не помогать семьям в поселке, да, вот, тогда они тоже могут уйти. Чуть-чуть кипяток можно? Сюда. Можно, да. Ага, спасибо. Ого, ну. Бу-бу-бу-бу, а я уже гандиги. Ну, за я его стию, я это был. Какое мясо у вас есть, кроме оленины? Еще больше ничего. Продукты с поселка перевозим. Ага, вот как. Угу. С общины. Община нам обеспечивает продукты. Да? Ага. А как регулярно? Ну, как закончится, едем, забираем, перевозим. А вы сами съездите в поселок? Угу. Понятно. А у вас здесь пятеро, да? У нас здесь пятеро. Ага. Да. У нас отдельно... Как бы от бригады отдельно этот есть. Рыбак. Ага. Он рыбачит. Потом и нам. И мы оттуда забираем рыбу. Надо будет. Угу. Понятно. Нет. А у вас нет чум работницы? Чум работницы в данное время нету. Ага. Пока сложно. А почему?
молодежь не хочет идти в тундру. Условия не те. Ну, молодежь, но Валентин тоже молодой. Ну, молодой, ну, он же не будет тем работником работать. Ну, я понимаю. Ага, он да, говорит, да. Пастухом только. А молодые женщины не хотят? Не хотят уже. Да, очень тоскую. Канализации, когда бывает, я езжу туда. Или на праздники тундровые обязательно. И там обряды свои так делаем. И кагирские, и абенские. Встречу солнце бывает. И так с кормлением огня, песнями, танцами. Или вот поселки. Праздники бывают, вот тогда одеваемся, и вот как-то напоминает тундру. We gaan naar binnen. Iedereen heeft het koud gekregen. Sicilië. Да, спасибо. Я сказала, когда Сицилия приезжает к нам, у нас появляется два солнца. И вот сегодня у нас было два солнца. Вы любите нашу тундру, мы тоже вас любим. И вот, чтобы вы нашу тундру вы увезли с собой. Какая красота. И я хочу вас сейчас заплести вам. Эту, что вы с собой в голову увезли да, наши, да. Наши яранги, наши оленейки, наши тундры. Ну-ка, посмотрю-ка. Вот. А ну-ка. Заплела косичку. И сейчас я вам спою про девушку, которая пастушила в тундре. Ага. Уренгук тандулин. Tan muritan mutsu beyel mer geledi jur tideken geletner et tekayhut ketella erkehni emde ella 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 ile bihendi ella 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 gele guiculli Сейчас мы
Да. Да, слово вам. Дорогие друзья, вы действительно мои друзья. Я очень тронута вашими словами, вашими песнями. Я просто, ну, нет слов, чтобы передать, как, что это для меня значит. Вы знаете, что я приехала сюда в 2004 году первый раз, просто чтобы посмотреть, возможно ли еще изучать югагирский язык, югагирскую культуру, югагирский фольклор, потому что мы знаем, даже у нас в Голландии знаем, что этот язык под угрозой исчезновения. И я нашла, что там действительно еще югагирский язык жив, фольклор жив, культура жива. Я думаю, что вы все можете очень гордиться самим собой, потому что вы просто прекрасные люди. И я вам скажу, что я вас всех очень люблю. И очень тоже надеюсь, что, если это возможно, что я могу еще раз сюда приехать. Спасибо вам. Я для вас всех, для всех Вандрушкина, сделала два фотоалбома. Там фотоалбом. Это Андрушкина зимой, это Андрушкина летом. Просто это мой подарок лично вам. Thank you.